Ежегодно в лицее сельскохозяйственного производства проходит конкурс «Звездопад». Участники – талантливая молодежь. Номеров было более 30. Награды, грамоты, дипломы у лицея этого немало. Администрация учреждения образования может гордиться своими учащимися. Учащиеся продемонстрировали зажигательные танцы, юмористические миниатюры, выразительное чтение поэтических произведений и душевное исполнение песен. Одним из почетных гостей был первый секретарь райкома общественной организации БРСМ Александр Будник. Он выступил со словами поздравления в адрес участников конкурса художественной самодеятельности. На заключительном гала-концерте победителям вручили подарки и дипломы.